последние дни близ села Затишье тихо не было совсем. Шума здесь навели сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры. Они проводили проверку исполнения законодательства об охране водных объектов. Выводы неутешительные. Законодательство не соблюдалось от слова совсем, решили правоохранители. Установлено, что местная птицефабрика сбрасывала сточные воды в ручей Крапивня. А это ни много ни мало один из бассейнов притоков Оки. При этом нормативы допустимых сбросов предприятиям не установлены. Предприятие сбрасывает недостаточно очищенные сточные воды в поверхностный водный объект. Как давно это происходит, выяснить еще только предстоит. Как и ответить на вопрос, попали ли сточные воды в Оку или нет. Дело на контроле Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры. Природоохранной прокуратуры применены меры административного воздействия, внесено представление об устранении нарушений. Однако, в связи с тем, что требования представления не исполнены, прокуратура обратилась в Рязанский районный суд, которым на предприятие возложена обязанность устранить природоохранные нарушения. Сейчас аграриям необходимо получить разрешение на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и разработать эти самые нормативы допустимых сбросов. В их интересах сделать это в ближайшее время. Штраф грозит нешуточный. Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».